Yeah, ay, yeah, ay. Привет вам, Сантьяго Бернабео, где погода сегодня решила стать третьей командой на поле и будет противостоять сразу обеим командам. Рассказывать о сегодняшнем матче вам будем мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Сегодня мадридский Реал сыграет против Сельты. На стадионе сегодня замечательная атмосфера, болельщики здорово подготовились. И я надеюсь, что игра их не разочарует. Что-то конкретное сказать сейчас вряд ли представляется возможным, но я думаю, что команды хорошо готовы, изучили друг друга и нас сегодня порадуют. Теряют они мяч. Очень хорошо сыграно соперником. Прессинговали они и забрали мяч себе. Эден Азар. Бензема адресат этой передачи. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. И смотрим на состав мадридского Реала. Любопытная расстановка, вряд ли это три чистых форварда. И один из них игрок без определенного места на поле. Это такая ложная девятка. И вашему вниманию стартовый состав Сельты. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. И мяч переходит к другой команде. Перехвачен пас Азара. Азар. Азар идет вперед. Хамес Родригес. Отлично в обороне сыграно. Атака не получилась. Без мяча остаются они. Эден Азар. Азар навешивает в штрафную. И это гол! Выходят они вперед. Отлично сыграли. И ничего удивительного. Они умеют это делать как-никак. Лучшая атака лиги именно в этой команде. А мяч забил, кстати, капитан команды. Ну, он красавец, он же должен быть лидером клуба, и поэтому ведет за собой своих партнеров. Мяч в центре поля, Реал только что повел в счет. Без проблем он защитника проходит. Защитник вовремя преграждает путь мячу. Пройдет тут навес. Судья не останавливает. Удар. Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре. Яго Аспас. И возвращает он мяч. Эден Азар. Бензема. Азар на фланге, никто ему не мешает. Ну, грузи в штрафную. Не получилось мяч выбить, все еще опасная ситуация. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей, ничего себе. Мяч Тони Кросс теряет. Бьет поворотом. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Мяч у Реала, и арбитр даст свисток после окончания атаки. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Это желтое, все по делу. Тони Кросс. Тони Кросс – футболист амбидекстер, то есть двуногий. Он может плотно и прицельно пробить поворотом, что слева, что справа. Вратарю дружески рекомендую не зевать, потому что Кросс способен пробить из любой позиции. Отличный прием, так держать. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Рафини. И буквально подарил мяч сопернику.
Яго Аспас. Переходят они в атаку. Сантимина. Мяч за пределами поля. Удар от ворот. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Бензема с мячом. Ну и где же навес? Реал с угла поля будет подавать. Навешивает с углового Тони Кросс. Без мяча остается Реал. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком прессинге. Яго Аспас. И вот мяч вернулся к Реалу. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Да что ты будешь делать? Еще один они забивают. И теперь очень сложно отыграться будет. Впереди на два гола выходит. Да, когда играешь против лучшей атаки в лиге, нужно быть готовым к такому повороту событий. Мог он несколько раз в моменте с голом отдать передачу. Но мне кажется, он прекрасно понимал, что поймал вот этот момент. Почувствовал уверенность в своих силах и решил действовать самостоятельно. Взял на себя ответственность и забил мяч. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Бейл. Здесь защита справляется. Рафиня. Сантимина. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Бейл цепляется за этот мяч. Классная игра в отборе, и за боковой мяч будут вводить. Лука Модрич. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Пас на ход партнером. Сантимина. И очень опасная ситуация могла быть, если бы не перехват. Отдает мяч сопернику Тони Кросс. Карим Бензема. Эден Азар. И пойдет он дальше сейчас. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Пустые 7-метровые ворота. Ну как же он не попал? Да, вратарь тут уже вообще ничего не смог бы сделать. Забивай! Не хочу. Видимо, не захотел. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Уверенно они в атаку идут. Отлично защитник играет. Арбитр отправляет команду отдыхать. 2-0. Перерыв. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Сельта пытается вернуться в игру. Сантимина. Теряет мяч Реал. Выбили у него мяч. Кому он достанется? И мяч потерян. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать тут. Подача. Чей мяч будет? Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Карим Бензема. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Целая россыпь слухов и домыслов образовалась около этой сделки, но трансфер состоялся и скоро шумиха затих. Да, трансфер наконец-то состоялся, и похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется?
Нет у него проблем с передачами. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Отличный чистый отбор. Азар на фланге, перед ним никого. Карим Бензема, в его сторону идет пас. Неплохо, как выпрыгнул игрок, но мимо ворот мяч прошел после его удара. Хорошо разыграли мяч они в этой атаке, но не повезло с завершением. Далеко от створа мяч ушел. Денис Суарес. Идут они в атаку. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Неплохо он с мячом идет вперед. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Азар. Бензема. Большинство соперников... Пол команды обыграл! Ничего себе! Фалит последний игрок, и это красная, похоже. Безусловная красная карточка. Удаление, бесспорно. Да, это, что называется, бросился на амбразуру. Он провел отличный матч и теперь покидает поле. Реакция болельщиков говорит сама за себя. Да, этот парень из тех, кто может решить исход встречи. Все внимание на Тони Кросса. Он будет бить, и для него это отличная точка. Здорово сыграл вратарь. Намертво поймал мяч. Здесь прессинг. Без мяча остается Реал. Рафиня. Федор Смолов. Держит Федора Смолова, но он и пробил. Отлично, игрок заблокировал. Вратарь намертво забирает мяч. 20 минут до конца основного времени матча. Лукас. Родригес. И пробил. Надежно играет вратарь. Угловой в пользу мадридского Реала. Навешивает кросс. Плохо подан угловой. Мяч у вратаря. Удар! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Не будем забывать, что команда играет в меньшинстве. Однако это не умаляет заслуги нападающего. Такую насыщенную линию обороны не так-то просто раскачать. Очередной гол Реала. В этом матче все понятно. И вряд ли Мадрид уже упустит победу. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Четверть часа еще играть команда. Модрич. Пауло Дибала. Бензема. Теряет мяч Реал. Джейсон Мурильо. Ниже он опускается, чтобы мяч получить. Мяч у них на чужой половине. Подача, чей мяч будет? Перекладина спасает. Очень близко к голу они были. В перекладину мяч попал. Мяч забирает голкипер. И счет на табло не меняется. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Денис Суарес. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. И бьет он. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию.
Выдающийся матч они сегодня проводят без шансов для соперника. Реал сегодня удивительно хорош. Доказали они сполна свой статус. И для соперника матч получается крайне тяжелым. Как... Пас на ход партнеру. Мяч в воротах. И это гол. Хороший гол. Если бы они получше играли в обороне, он мог бы даже иметь смысл. А так обычно был пристиг. Хорошая позиция была прямо перед воротами. И мячу просто некуда было деваться. Какой прекрасный гол все-таки, а? Однако ждать его, я думаю, могли не все. Да уж, сегодня этот вратарь играет просто великолепно. Может быть, это какая-то потеря концентрации? Трудно сказать. Надеюсь, этот эпизод его из колеи не выбьет. Ревут трибуны, покидает поле. Наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. Да, я, кстати, с оценкой болельщиков полностью согласен. Ну и, разумеется, с твоей тоже. 3-1 счет. Результативный получается матч. Наконец получилось забить у них. Но отставание в счете очень велико. Тут понадобятся титанические усилия, да еще и чудовищный фарт, чтобы ликвидировать такой разрыв. Знаешь, в последнее время невероятные камбэки случаются. И кто знает, может и мы сегодня увидим один из них. Навешивает с углового Тонь. Хорошо разобрался в эпизоде. Ворота спас, мяч отбил подальше. Все верно вратарь сделал. Модрич. Серхио Рамос с мячом. Отлично защитник играет. Лука Модрич. На дальнюю штангу навес. Навес на деревню дедушки. Навешивает кросс. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Игра закончена.